Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники. Я надеюсь, что у вас у всех растет морковь. Но очень часто мне жалуются. Вот, ну такая мелкая, такие хвостики. Другие говорят, что морковка вроде бы крупненькая, но очень много рожков. Там 5-6, что это такое? Некоторые говорят, что у меня морковка выросла, но она вся потрескалась. И очень много причин. Или еще такая причина, что якобы морковку мы вырастили, а сердцевина огромная, она же не такая вкусная, а кора тонкая, а нам наоборот. Чтобы сердцевина была небольшая, но очень яркая, оранжевая, такая же, как кора у морковки. И вот придется сейчас все это нам разобраться. Почему такие причины? Ну, начнем с подготовки почвы. Это пригодится вам на будущий сезон. Во-первых, землю нужно очень тщательно перекопать. Вот берете штыковую лопату, не надо много брать и бросать, а берете немножечко и все комочки разбиваете, чтобы у вас земля была хорошо обработана. По механическому составу она должна быть суглинистой и с добавкой торфа. И когда вы перекопали, нужно ее обязательно немножечко утрамбовать. Почему? Потому что если вы плохо перекопали и там комки не разбитые, у моркови такая особенность. Вот если семечко прорастает, оно должно бежать. Вот я даже возьму морковку, вот морковочку. И вот семечко, оно прорастает и идет, пока земля такая мягкая. Как только появится комок, морковка останавливается. И вот, например, вот идет, вот она остановилась, она коротенькая, понимаете? Вот она коротенькая, она бы могла еще расти, но она дальше не идет, потому что там твердый комок, и морковка получается какие-то вот такие, ну, маленькие, такие толстенькие, и даже вот какие-то они такие волнистые. Это вот плохо обработанная почва. А надо, чтобы вот так вот обработанная была почва. Золу древесную не добавляйте в почву. Она на морков действует отрицательно. Почему? Потому что зола дает цветение, и морковка как-то больше уже идет на то, чтобы как бы ей цветочную стрелку дать, потому что там калий. И поэтому золу не добавляем. Особенно не добавляем навозный перегной под морковку. Это, во-первых, она будет косматая у вас, не все будет расти, потому что азота будет очень много. И, во-первых, морковка будет водянистая, не сладкая, понимаете? Да и вообще неприятно. Дети часто раз морковку достали, съели. И что? А там навоз у вас, куриный помет некоторые добавляют. Надо просто дерновую землю суглинистую, песочку можно добавить, и то речного крупного, и торфа. Вот морковь очень любит торф, поэтому земля обязательно должна быть добавлена торфяная. И вот когда мы приготовили землю, все в порядке, из удобрения что? Минеральное удобрение вносить под морковь я никогда не вношу. Я просто беру жидкое минеральное удобрение с микроэлементами, Интермаг, беру лейку с рожком и на 10 литров добавляю всего-то 2 столовые ложки. И вот эту приготовленную к посеву семян я методом дождевания очень тщательно проливаю. Ну, сколько проливай? 3 литра на квадратный метр. Особенно проливаю те места, где я буду сеять в бороздке. И вот мы посеяли. Как сеять, вы уже прочитали в моих книгах, какое расстояние, на какую глубину семена. Сейчас я вам просто успею только рассказать, как вот в сентябре ухаживать за морковкой. Потому что в основном морковка растет в сентябре.
ее, это раннюю морковку, там была ранняя, уже ее съели. Она в июле уже ее нет. А вот поздняя морковка для хранения, ее убирают даже в конце сентября. Почему? Потому что хороший налив, вот она вытянулась, да, прошла, а теперь она будет наливаться. И красивая морковь будет, и хорошо будет храниться. Вот когда вы ее будете хранить, морковочку, то обязательно надо ее вот так вот обрезать. Сейчас мы обрежем, чтобы чуть-чуть вот была вот этот, вот эти... Вот видите, не надо обрезать, чтобы до мяса, как бы, до мякоти. Вот черешки вот такие вот маленькие, пол сантиметра даже нету. И вот такая морковка, она будет очень хорошо храниться. Ну, конечно, надо специально выбирать морковь для хранения. У вас ранняя морковка, средне-ранняя и поздняя морковочка. Вот позднюю морковочку вот так вот будете. Теперь, значит, я посмотрю, что в этой морковочке как, есть внутри. Так, Октябрина, тебе голову, чтобы не отрезать. Вот вы посмотрите. Вот что значит хорошая сладкая морковка. Да у нее аромат совсем другой. А ей еще расти месяц. Она такая потолстеет. У нее не видать даже сердцевины. Потому что она такая оранжевая. В ней столько много каротина. А как мы любим морковку. Надо обязательно моркови много есть. И я ей замораживаю морковочку, нашинкую мелко-мелко. И знаете, как хорошо зимой. Вот прямо вот так и хочется вот эту морковку съесть. Прямо она такая яркая, такая вот просто симпатичная. Вот видите, хороший сорт. Вот я вам посоветую вот семена от Октябрины Ганечкиной. Вот такую морковку. Она хорошо растет на любой почве. Называется она Натургор. Вот такая, но среднеспелая. Очень хорошая. Отлично хранится. Московская зимняя, ее все знают. Это среднеспелый. Но тоже для хранения и для зимнего хранения до весны хранится. Ее можно под зиму посеять. Вот замечательная морковочка Берликум Рояль. Берликум Рояль. Это позднеспелые. Это тоже для длительного-длительного хранения. Видите, Роторизин. Роторизин. Видите, это тоже позднеспелые. Какой уход за морковкой? Ну, во-первых, у морковки очень много болезней. Мы ее обработаем от всех гнили, особенно при хранении. Там и черная, и серая, и какой-то гнили нет у морковки. 7 где-то видов всякой болезни. Поэтому вот тоже сорвали морковочку, помыли даже. Самое главное, смотрите, ботва чистенькая, хорошенькая такая. Вот даже ботву я и то употребляю. Вот знаете, вот так вот беру, если морковку сорвала, я не выбрасываю ботву. Рву ее вот так вот, молоденькую, чтобы такая чистенькая, хорошенькая, зелененькая, еще не обработанная ничем. И мелко шинкую и заливаю кипяченой водой и пью. Знаете, как хорошо для кишечника. Это очень хорошо. Прежде чем обработать ее от всех болезней раствором фунгицида натуральным, надо сейчас морковку в сентябре, в начале сентября подкормить. Берем 10 литров воды, вот они, 10 литров воды, разводим гумат калия для корнеплодов. Или гумат калия лучше для овощных культур. Вот, аккурат гумат калия, суфлер для овощных культур. Вот на ведро воды мы добавляем, ну, всего 2 ложки. Раз, два. Можно столовую ложку агриколы для овощных культур. Можно добавить 2 столовые ложки эффектона. То есть все жидкие удобрения для овощных культур очень хорошо и очень полезны для моркови. Вот, разбавили, но я еще хочу добавить, чтобы морковка все-таки росла быстро, то мало ли какие-то условия погодные изменятся в худшую сторону, и морковка может сидеть на месте. Я добавлю вот Биостим Универсал.
чтобы, ну, для активизации, для энергии, чтобы морковка не останавливалась в росте. Итак, добавлю, ну, где-то 10 миллилитров, тут 25, на два ведра хватит. В рядки поливаем. Вот, в рядки поливаем. Полили. Почва уже была влажная. Были дожди, и немножко почва влажная, и мы только подкормили. И все. И теперь, чтобы вот не было у вас все-таки болезней и при хранении, она очень хорошо хранилась, мы разведем глиокладин. Вот здесь вот 100 таблеток глиокладина. Это на 10 литров воды. На 1 литр воды я тут развела глиокладина. 10 таблеток глиокладин против всех гнилей. Поэтому это натуральный фунгицид. Он на основе спор и грибов. И просто по ботве вот так вот хорошенько опрысните. Очень хорошо опрысните. И когда вы морковку обработали, вот, и уже будете точно знать, что ваша морковка при хранении не будет гнить. И еще я вам несколько советиков маленьких-маленьких дам. Во-первых, когда вы уже морковку, вот, морковку берете, да, ее укладываете на хранение, так, срезаем, так, срезаем, то обязательно сразу вот так вот с землей прямо оставляйте. Не надо ее мыть, ну, не держите ее на солнце больше 10 минут. Иначе она просто вялая будет. Она очень быстро испаряет воду. Сразу у вас тут ящик, или берете морковь, укладываете в мешок бумажный, везете, и где, в подвал или куда, и укладывайте в ящики, пересыпайте песком, обязательно речным, крупным, сухим песком, а не каким-то другим песком, вот рыжий такой мелкий песок карьерный. Это опасно, это очень опасно. И поэтому морковка у вас будет очень хорошо храниться в подвалах, в песке. Ну, если у вас подвалов нету или погреба нету, то можно пока на балконе, в мешках, только в мешках, знаете, в бумажных, которые имеют несколько слоев, завязали, маленькое отверстие оставили, как бы, ну, завязывайте, и она очень хорошо долго хранится. Но нужно обязательно следить, чтобы она не загнила. Итак, выращивайте морковь. Вы и так ее выращиваете, но побольше выращивайте моркови. Сок морковный давайте детям и сами ешьте как можно больше свежей морковки. До свидания. Здоровья вам, дорогие огородники и садоводы. Кто бы мог подумать лет 70 назад, что эти незатейливые рисунки когда-нибудь окажутся в музее. Картинки со стен казарм станут картинами художественного жанра пинап. Возникновение этого стиля часто связывают с периодом Второй мировой войны, однако историки и искусствоведы говорят, что его корни гораздо глубже. Учитывая, что это явление очень такое специфическое и необычное, то его истоки, можно сказать, начинаем исследовать гораздо раньше. Это еще конец 19 века, когда начинается рост городов, урбанизация. В Америке появляются всевозможные новые здания, и поэтому появляются совершенно уникальные новые для того времени журналы для женщин, Life, Cosmopolitan. И, соответственно, в этих уникальных нуждах соответственно, художники создают новый образ женщины. Особенностью пинап это, естественно, наличие сюжета, в котором присутствует такая легкая, случайная неприкрытость, не случайная даже для самой красотки зачастую. Открытая сексуальность в пинапе как бы не приветствовалась. Несколько позже, разве что, уже начали художники показывать какие-то, в общем-то, укромные детали, обнажать саму героиню. Но так вообще это всегда должна была быть какая-то вот такая вот легкая, интересная сюжетная линия, которая
позволяло зрителю самому домыслить, в общем-то, дофантазировать, что же там скрывают наряды героини. В тот момент так вот появляется пинап. И, конечно, это прежде всего вот такие вот действительно прекрасные, уникальные женские образы, которые художники могли видеть и вокруг себя. Это чаще всего в качестве моделей были и жены, и сестры, и какие-то знакомые этих художников и мастеров. У многих из них было и профессиональное, в том числе, образование. Пухлые губы, тонкая талия и широкие бедра пришлись по нраву молодым мужчинам. Прообразом девушки американской мечты стала подруга художника Чарльза Гибсона. Именно его рисунки первыми обрели популярность. Именно его женщины стали основоположницами этого стиля, хоть они и имели достаточно британские взгляды, но в их образах присутствовала все-таки вот эта вот невероятная привлекательность и сексуальность. И, в общем-то, только чуть позже женщины уже начали заявлять более открыто о своей сексуальности. Новый образ прекрасной девушки, соответствующей американской мечте, поэтому внешне должна была быть идеальной, стройной, прекрасной, очень красивой. И можно сказать, что, в принципе, фотография в этот момент как бы немножко отходит на второй план, так как в иллюстрации, всего этого идеала, этой красоты достичь было гораздо легче. Угасающая в мирное время популярность портретов пин-ап вновь возникает в 60-е. Правда, жанр в этот момент претерпевает изменения. Женский образ становится более реалистичным. Талия уже не такая тонкая и не такая пышная грудь. Сюжетная линия теперь выстраивается вокруг неловкой ситуации. Так, например, при виде мужчины героиня теряет нижнее белье. На постерах появляются реплики и диалоги. Игра слов шутливых высказываний усиливает эротический характер картинки. Сам вот этот вот прекрасный образ девушки, он казался слишком идеальным. Многие девушки, наоборот, пытались соответствовать ему, чрезмерно пытались похудеть, то есть быть такими же идеальными, прекрасными. Поэтому в какой-то период пинап немножко переходит на другой этап. И, соответственно, появляются более такие комические, ироничные сценки, где уже фигуры становятся немножко иными, другими, соответственно. И поэтому, нужно было как-то вот от этого отходить. А после рекламщики начали использовать его, понимая вообще, в общем-то, привлекательность у мужчин, популярность, начали его использовать в журналах, позже в фильмах, в рекламах таких популярных брендов, как Coca-Cola. И уже больше в 60-е годы он, не соответствует своему такому основным задачам, основному направлению. Все-таки не показывает какую-то чрезмерную откровенность, а больше как-то заманивать, больше как-то иронизировать и действительно больше завлекать человека. Был пинап и в Советском Союзе, а поскольку секса в той стране официально не было, на плакатах изображали отличницу, спортсменку, комсомолку. Две идеологии в своих работах совместил художник Валерий Барыкин. Жанр советский пинап с успехом отражал социалистическую действительность. У нас в советское время как такового пинапа, конечно, не было, то есть были совсем другие женские образы, наверное, такие менее ироничные или откровенные. Все-таки у нас была как бы другая натура и другие цели, задачи у художников, в целом у общества. Женщина советского пинапа – это не такая, наверное, раскованная женщина, это женщина, больше выступающая за… конечно же, она выступала за свободу, но свобода в получении образования, в получении карьеры, в том, чтобы это была женщина-мать, опять же. В общем-то, она была более таких скромных настроений. Поэтому в основном, когда уже, наверное, Россия восприняла западный, американский пинап, они уже попытались позже как-то на этих основах создать что-то свое. Поэтому больше, наверное, все-таки мы говорим о 21 веке, о сегодняшних днях, когда русские художники пытаются как-то действительно создать образ современной девушки тоже вот в реалиях какой-то вот американской культуры. Еще одно знаковое имя в жанре пинап – это имя художника Джорджа Петти. Именно его работы активно начали публиковать глянцевые журналы. Художник Джилл Элфгрен работал в жанре пинап для знаменитой рекламной кампании Coca-Cola. Своими оригинальными сюжетными линиями стал широко известен художник Арт Фрам. Пинап-девушку размера плюс впервые изображает Дуэйн Байерс.
художников на самом деле большое количество, и художники пинап на самом деле исключительно занимались пинапом и получали за это прекрасные гонорары, в общем-то. Если говорить конкретно о классическом пинапе 30-х-50-х годах, то это, конечно же, художник Варгас, да, которого можем здесь видеть, Джилл Элфгрен, работы которой как раз у нас здесь представлены. Поэтому вот в основном, да, они работали в таком узкоспециализированном жанре, они именно только этим и занимались. Ну и сейчас как бы есть такие художники, которые тоже себя всецело посвящают пинапу, ну, конечно, гораздо меньше уже. Я пробовала себя в различных иллюстрациях, но как таковой пинап не стал моим главным стилем, но опять же настроение пинапа, да, то есть его идея, она безусловно прослеживается в моих картинах. Насколько вы знаете, я пишу любовь, и там, в общем-то, без откровенных деталей зачастую никуда. В наши дни стилем пинап вдохновляются модельеры, фотографы, дизайнеры интерьеров и рекламные креаторы. И несмотря на то, что стилизация пинап отличается от оригинала, характер этого легкого жанра востребован и всегда узнаваем. Клещи. Все о них знают или, по крайней мере, догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден – значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопийцей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человека укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, вот, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо, надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести как вирус клещевого энцефалита, так и боррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц инфицирующих попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем верх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосалось насекомое. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснул. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки лассо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на боррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые трое суток после укуса. Желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов боррелий. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и боррелиоза, который больше, наверное, известен как лайм-боррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек не привитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин для того, чтобы не развелось в дальнейшем вот такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен боррелиями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Ну, это доксициклин, юнидокс. Ну, в общем, с этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту, они уже там в зависимости от возраста назначат правильную вот эту вот профилактическую терапию. Боррелиоз заболевание, оно, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает эритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И эта эритема, это кольцо, может достигать 5 см в диаметре, 10 см, 20, чуть ли там до 40 см. Вот это вот большая вот такая вот эритема. Это как бы главный вот признак клещевого боррелиоза. Но достаточно часто это заболевание протекает без эритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле,
кашель, насморк, и иной раз даже не связывает, что это заболевание именно связано с укусом клеща. Поэтому, если вас, не дай бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании, надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал, наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями центра России, входит в число самых опасных регионов. Так, в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них 2 тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более 1500 человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих 1500, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более 2000 человек. То есть в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением, то есть пока окончательного диагноза нету. За прошлый год из всех исследованных клещей получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита, то есть около 4%. А боррелиями поражены 17% от всех клещей. Ходить по врачам здоровому человеку как-то не принято. Но не секрет, что многие серьезные болезни часто протекают бессимптомно, а потому за профилактику выступают специалисты всех медицинских направлений. Общение с врачами в формате дня открытых дверей – это и лишний повод задуматься о своем здоровье и возможность более грамотно составить план диспансеризации. Профилактику рекомендую проводить и как можно чаще. Раз в полгода – раз в год, чтобы не было таких ситуаций, как человек ждет, что у него когда-то заболит, а когда приходит, ему уже ставят какой-то определенный диагноз. Профилактика никогда не помешает. То есть в условиях гиподинамии, в котором мы сейчас находимся, профилактика никогда не была лишней, потому что когда идет застой, он только подразумевает еще большее развитие заболеваний. Поэтому в любом случае профилактика нужна. Задача специалистов профтерапевтической клиники – предотвратить обострение и развитие недугов, а также обеспечить хорошее самочувствие пациентам вне зависимости от возраста и накопленных проблем. Остеопатия подразумевает под собой работу спинномозговой жидкости, твердой и мягкой мозговой оболочки, работу фасциальной цепи мышечных структур, внутренних органов, сосудов и нервных окончаний. Основное направление моей отрасли является именно решение проблем касательно опорно-двигательного аппарата. Большинство времени мы находимся в состоянии гиподинамии, то есть у нас не идет адекватная работа мышц, но что в основном сидим. Поэтому сейчас, на данный момент, это является очень такой обостренной проблемой, и она набирает свои обороты. Когда мы говорим о кинезиологии, мы подразумеваем именно движение человека, то есть мы смотрим, как он двигается, как он стоит, как сидит. Мы можем посмотреть некоторые изменения, которые как бы нетипичны для здорового человека, и на этом уже основании делать определенные выводы и уже конкретно работать с той или определенной мышцей или группой мышц. Это те органы эндокринной системы, которые выделяют своеобразные вещества, называемые гормонами в нашем организме. На первом месте, конечно, стоит нарушение углеводного обмена. Это щитовидная железа, которую мы все знаем, которая расположена на более близко, вот, и которая доступна, ну и самое главное, нарушение метаболизма, нарушение видов обмена. В первую очередь, бич наш – это ожирение. В программе «Дня открытых дверей» не только лекции, но и практики. Всеми известная фраза о том, что движение – это жизнь, имеет значение для каждого человека. Но люди в возрасте часто не доходят до фитнес-клубов. Именно потому медицинские центры устраивают занятия у себя в родных стенах. Что в результате я вижу после занятия, когда люди расслабились? Разглаживается лицо, расслабляются мышцы, и человек встает радостный. Вот это для меня главный показатель, что йога получилась. Вот. Это в основном, ну, как компоненты в йоге, это тело, это чувство, то есть влияние на психику, глубокое расслабление вот, ментального, эмоционального плана и возможность телу самовосстанавливаться.
что мы получаем? После комплекса вот этих упражнений, которые там руки, ноги и так далее, дыхание, человек больше готов расслабиться, и в этот момент тело, как система мудрая, получает возможность целить себя само. Вот в чем ценна йога? Биомеханика тела. Используется ленточный тренажер, его ширина 3,5 см, длина 4-5 метров, в зависимости от роста человека. Работается мышечным каркасом всего тела, начиная от кончиков ног и заканчивая макушкой головы. Это процесс реабилитации, процесс лечения и профилактика костно-мышечных заболеваний. День открытых дверей в формуле, кроме лекционной и спортивной части, оказался еще и творческим. Свой музыкальный презент подготовили и пациенты, которые за время сотрудничества стали добрыми друзьями.